Я на гуслях играла сегодня в первый раз. Я очень благодарю за приглашение. У меня на гуслях играет муж, и он давно мне говорит: «Маша, давай я тебя научу». А я все хожу, говорю: «Да нет, да ну, да где я, где гусли?» А сегодня у меня получилось, и я просто в восторге, потому что я думала, что это очень сложно, а это достаточно просто, и тут главное моторику вот эту вот развить, и все. При том, что я вообще никогда не училась музыке, ни разу ни на чем не играла, и я теперь чувствую, что я приду домой, и бедные мои соседи, потому что гусли-то лежат на балконе, я уже знаю, где они. Вот. Спасибо тебе большое, мне кажется, у меня появилось новое хобби. Спасибо.